Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, как всегда, Виталь Сон, канал «В тему», территория мужских увлечений. Тут у меня вот фильтрация идет через фильтр, барьер, самогоночку фильтрую. Кстати, я делаю это очень-очень редко, и это сделал чисто вообще ради эксперимента. Так вообще я этой канителью не занимаюсь. Это так, ради эксперимента, ради видео. Ну что ж, ребята, давайте быть добру. Жестковат он после фильтра получается. Надо глюкозкой смягчить. Это давно еще, в каких там годах-то, блин, в конце 90-х. В общем, самогонщиков-то было. Бабушек, дедушки, блин, там в каждом доме, в каждом дворе, там в каждом бараке, там, мама дорогая, сколько. Всех, кто не лень, занимался. Ну, гнали, конечно, такой откровенный шмурдяк сначала. О, ур! У нас было даже это. Вообще, кому попадя, так тоже особо не давали, побаивались. Ну, некоторые были бабки там, да, им похрен вообще было. А остальных были там, блин. Надо только через кого-то, если кто-то кого-то знает. У одного деда вообще был условный, так скажем, сигнал. Ему в дверь звонишь. Он такой: кто? Ему: дядя Сэм. Он: заходи. Дед прикольный был. У него там капуста квашеная, огурчики. Наливает тебе бутылку. Еще там огурчик дает закусить или капустки, блин, на закусь дает. Прикольный такой дед был. Два брата у нас жили. Один рыбками занимался. У него самодельные аквариумы. Там весь дом в аквариумах был. Там огромные такие, в несколько ярусов. Он там их разводил, там продавал. А второй брат самогонку гнал, самогонкой торговал. Оба не пьющие, оба закодированные. Полжизни пробухали. Сейчас покойники уж, царствие небесное. Тоже абы кому он не продавал. Тоже так, по знакомству все. Вот к нему зайдешь, он половину вот такого губастого наливает тебе на пробу. И конфетку. Вот хряб. Конфеткой заел он. Че, ништяк? Ништяк. Несет бутыль или там, ну сколько, литру. Притащишь ему это, бутылок пустых. Я че до хрена вот этих всяких полторашек. Тогда, блин, не было такого ничего. Бутылок ему притащишь, он, хопа, бутылец, конфетку. По приколу было. А так вот, бабка у нас одна жила, блин. Самогон был у нее нормальный, но чтобы так купить, если не знаешь, хрен купишь. Вот придешь, в дверь звонишь, а у нее форчика такая маленькая. Она форчику раз, кто? Там раз, от Валерки кабана. Все, ништяк, сколько? Денежку и форчику хмысь, а тебе через форчику. Оба, бутылец. Потом пошли вот эти ароматизаторы всякие. Мужик один у нас был. Тоже заходишь к нему, он тебе какую?
малиновую, клубничную, черничную, там, блин, банановую, хренановую, выбирай. Ну, тогда мы раз траванулись, блин, что-то я не знаю, что это за ароматизаторы были. Хреново было, вообще ужас. Так что старались лучше чисто белую. Вонючую, конечно, как нагонят бабки эти, блин. А часто там какие-то головы, хвосты, блин. А там они нагонят, там вонь, ну, бурашка вообще галимый, воняет тут дрожжами. Пили нормально. Сейчас я здесь так вот кому покажу аппараты, на которых сейчас гоним, блин. Вообще в шоке будут. Что за космический корабль? И добавляли тоже всякий шмурдяк. Нечестные, так сказать, бабульки. Кто-то вообще там таблетки, димедрол всякий хренов клал, во. Жесть. Такой у меня сегодня импровизированный салатик на скорую руку. Под закусончик. Сейчас вот, насколько я знаю, у нас самогон стоит от 100 рублей. Хотя и то им мало очень торгуют. Обычно, ну, сейчас везде паленкой, водярой. А так, самый дешевый по 100 рублей. Ну, естественно, обычный там. Просто перегнали там брагу и все. Есть там настоечка, есть там покрепче, там уже рублей по 150. А так как мы гоним, я бы за 100 рублей сроду не продал. Столько телодвижений, столько заморочек. Свекольный самогон никогда не забуду. Ой, жестокая штука. Во-первых, вонючий. Ужас просто. Зато там свекла, никакого сахара. В деревнях у нас так гнали. Вонючий, жесть. Выпьешь, еще хрен проглотишь, блин. Запиваешь, заедаешь. О, я не знаю. Будь добро, друзья. градусов здесь. А, кстати, мне вопрос кто-то задавал. Типа, вот при таком методе фильтрации не пропадает ли градус в самогоне? Ничего не пропадает. Как в нем было 50. После того, как я замерил, так в нем и осталось 50. Может быть, там какая-то доля градуса пропадет, если вы будете перегонять фильтровать чуть-чуть. Это лишь только из-за того, что перед тем, как фильтровать самогон, новый фильтр, берете новый картридж, через него надо прогнать хотя бы пару литров воды. И все-таки там в картридже чуть-чуть воды остается, она там задерживается. Вот из-за этого вы можете чуть потерять в крепости, если там будете фильтровать пол-литра. А так вот я фильтрую там 10 литров, допустим. Как был полтинник, как и есть полтинник, ничего не изменилось.
Так что вообще нет никаких проблем. А то тоже там какие-то сказки-бабаски рассказывают. Я там через фильтр пропустил, вообще водой самогон стал. Ну что за бред, я не знаю, через какие фильтра вы пропускаете. Что там было в нем 40, а потом вода стала. Я лично в такую хрень не верю вообще. Это что-то бредятина какая-то. Это не хуже, как один товарищ раз какую-то настойку он там делал. То ли ягодную, то ли фруктовую. И он вообще самогон как компот варил. Короче, ну допустим 40-градусный самогон. Он там в него, ну ягод каких-то там положил. И давай его там на плите кипятить, блядь. У каких только уникумов они встречаются потом. Ё-моё, что там за фигня получилась туда-сюда, блин. Я в шоке. А так, в принципе, то же самое, что вот такой фильтр, что через угольную колонну там пропускать. Один хрен. Но запах сивухи, если у вас есть, если вы хвостов хапанули, да, убирает. Я не знаю, рассказывал, нет, что-то забыл. Товарищ у меня один был. А он водкой торговал. А самогоночку так, чисто для себя гнал. Ну и как-то, говорит, это... Пришли там россияники. Блин, ё-моё. Короче, водки нету. Ну что, ну я ждем самогонки. Типа, возьмёте, ой, ништяк. Вот. Ну и все, раз, два, короче. Потом, говорит, приходит, у меня водка. Не, говорит, нафиг, давай к самогоночке. Водку, говорит, не надо. Вот. Ну, я, говорит, потом что стал делать, говорит? Хвостов нахерачу. Беру, говорит, водку там, канистру, пятишку там. Туда хвостов, в нее шварк, во. Все, сивухой, самогоном пахнет, нафиг. И все, как самогон, говорит, уходит. Вообще, синяки, говорит, херачут, довольные, блин, самогоночка там. Кто во что гораст. Я как-то давно читал в газете. У мужика тоже бизнес был. Ну, он нехило так развернулся. Не помню в каком городе, но город какой-то большой, потому что весь смысл в том, что там большая свалка городская, ну и там дохрена бомжей. И вот он самогон гнал там бидонами. И возил им туда на свалку, они там у него не то что по бутылке, а бидонами там покупали. Они там это, картон там ему что-то собирали, там железки, металл там всякие, туда-сюда. Ну, короче, вот такой вот шмурдяк там весь. Потом там вот что-то, уж точно не помню, то ли грохнули там его на этот свалку, то ли еще как все это выползло в газету. Честно сказать, забыл.
А про рекламу тоже. А куда же без нее-то? Как там говорится, реклама двигатель прогресса, двигатель торговли, да и вообще все. Все сейчас держится на рекламе, вообще все вот эти медиасети, блин, да и вообще все. Куда без рекламы? Каналы, программы, ну, по телеку, они все существуют только за счет рекламы. Так что и нам без этого никуда. На голом энтузиазме далеко не уедешь. Реклама, конечно, рекламе рознь. Мне тут как-то предлагали онлайн-казино пропиарить. Я говорю, да ладно, что там, у меня канал маленький. А они там, да ничего там страшного, туда-сюда, мы не только там с миллионными каналами работаем, но и с маленькими. Нас, говорит, интересует, говорит, такая схема работы. Я не буду говорить, что это за казино, это не важно. В общем, типа, интеграция вашего выигрыша в видео. Ну, типа, я это, видос какой-то начинаю, допустим, вот сказки Бабаски, да. У меня тут ноутбук стоит, и я параллельно там в этом казино играю, бах, выигрываю там. О, ё-моё, ребята, там я выиграл туда-сюда. Ну, я сказал, не. Ну, вообще, вы чё, говорю? Они, да ладно, там нормально все путем. А сейчас вообще тема пошла там. На Ютубе вообще запрещают эту рекламу этого онлайн-казино. Каналы там могут даже забанить за эту хрень. Если в видосе реклама есть, надо отметочку ставить там, что видео содержит там рекламные материалы. Хотя мало это кто делает, конечно. Больше не буду. Нафиг. Что-то и так уже. Еще многие вот понимают по словам самогон, он кому-то скажет самогон. Все, это значит деревенская вонючая жижка такая вот. Когда дашь понюхать и попробовать, да ладно, это что, самогон? Ну да, самогон. Но вот скажешь самогон, тебя просто не догоняют, что это сейчас самогон, это не то, что раньше было, блин, ё-моё. Что какой-то там порожняк гнали, блин. Сейчас совсем другой уровень, совсем другой продукт. Люблю повеселиться, особенно пожрать, да? Нет, раньше там пацанами мелкими были, да, там, что там жрать, там яблоки какие-нибудь зеленые, там, ё-моё, нарвёшь, блин. Даже почками с липы, блин, закусывали. Зачем только не закусывали. А так, если выпить нормально, покушать, так сказать, культуру питья соблюсти.
А не так, что выжрать ведро там где-то под забором, там, занюхать там коркой хлеба там или одной семечкой закрыть. Не, такого нам не надо. Вот и прекрасно. Сейчас вот дофильтрую, буду. У меня две пятишки получается. На одной пятишке настойки ставить, другая чисто белая. Ну что ж, друзья мои. Всем вам желаю крепкого здоровья, вкусного самогона. С вами был Витальсон. Быть добру, всем пока.